Любая батарея не вечна. Через некоторое время после приобретения ноутбука вы начнете замечать, что батарея держит заряд все меньше и меньше, а через год и вовсе выходит из строя. На самом деле, очень часто в быстром износе аккумулятора виноваты мы сами. Давайте разберемся, какие ошибки выводят батарею из строя раньше срока. Вы не соблюдаете баланс отдыха и работы батареи. Если вы в основном работаете за ноутбуком дома и редко берете его с собой, вынимайте батарею и подключайте его к сети. Когда соберете взять устройство с собой, вновь вставляйте батарею. При этом не забывайте, что держать батарею без работы длительное время вредно. Старайтесь полностью разряжать ее и заряжать хотя бы раз в 5 дней, так она прослужит дольше. Вы работаете с ноутбуком где угодно, только не на ровной поверхности. Если вы работаете не за столом, а лежа на кровати, то наверняка вы неосознанно закрываете область выхода тепла из ноутбука. Это также выводит устройство из строя. Ваш ноутбук частенько лежит под солнечными лучами. Солнечные лучи нагревают ноутбук, что очень сильно вредит аккумулятору. При этом также страдают жесткий диск, процессор и видеокарта. Для дополнительного охлаждения ноутбука можно использовать специальную подставку, предназначенную для охлаждения. Ваш ноутбук часто находится в минусовых температурах. Ноутбук терпеть не может мороз. Чтобы он полностью охладился и начал замерзать, достаточно 20 минут на сильном холоде. Затем начнут страдать экран и жесткий диск устройства. При низкой температуре начинает быстро разряжаться батарея. При регулярном воздействии холода аккумулятор и вовсе может перестать заряжаться. Вы часто переводите ноутбук в спящий режим, а не выключаете его. Часто мы просто захлопываем крышку ноутбука, и он переходит в спящий режим. Так делать можно, только если вы не пользуетесь устройством час-другой. А вот на ночь ноутбук лучше все же выключать. Вы не отключаете ноутбук от сети, когда не работаете за ним. В теории режим заряда должен отключаться тогда, когда батарея заряжена на 100%. Однако в реальности этого не происходит, и аккумулятор продолжает принимать заряд в компенсационном режиме. Это чревато тем, что так быстро изнашивается батарея. Если вы не работаете за ноутбуком, отключайте его от электросети. Как видите, ничего сложного в том, чтобы продлить жизнь батареи на полгода-год нет. Достаточно завести себе привычку следовать этим простым правилам, и ноутбук скажет тебе спасибо. Поделись этой полезной информацией со своими близкими и друзьями. А на этом все, ставьте лайк, если понравилось видео, и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео.